Спасательные службы области обмениваются опытом. Прошлые года показали, что при экстренных ситуациях, в которых задействованы все службы департамента по чрезвычайным ситуациям, некоторые из них не знают, что делать. В связи с этим было решено провести соревнования, во время которых спасатели смогут поучиться друг у друга. О том, как пожарные и ЧСники пробовали себя в роли водолазов, расскажет Антон Киселев. Три этапа, четыре команды. Все из разных спасательных подразделений Департамента по чрезвычайным ситуациям. Во время наводнения в 2011 году были задействованы все аварийно-спасательные службы города и области. Но, как показала практика, не все понимали, что от них требуется. Теперь же к возможным чрезвычайным ситуациям решили подготовиться основательно. Целью данного соревнования является это совершенствование и повышение профессиональных мастерства, навыков сотрудников спасательных служб департамента ЧС и, как говорится, обмен опытом между подразделениями. Основной упор был на общефизическую подготовку – бег, заплыв на 100 метров и гребля. Отработали и навыки работы с современным водолазным оборудованием и снаряжением. Спасатели продемонстрировали мастерство в поиске пострадавших под водой и оказали им первую медицинскую помощь. Сами знаете, с водой связано много несчастных случаев. Не дай бог какие-то случаи, чтобы другие формирования знали, как надо действовать, как помогает. Хотя бы будет на берегу, тем не менее, они знали, что творится под водой. Как ликвидировать последствия, что есть. Лучшее время, разумеется, показывала команда водно-спасательной службы, ведь они занимаются этим каждый день. К тому же, выигранные на состязаниях секунды в реальности могут спасти многие человеческие жизни. Время, я так думаю, нормальный результат показал. Плюс, что ветер был в спину, да, туда, где близко. Сами видите, ветер. Назад уже под ветер более-менее. Результат, так, я считаю, нормальный. Я считаю, что нужно проводить. В первую очередь, это обмен опытом идет. Это довольно возникновение, как в 2011 году, уже службы, если привлекаться будут, уже, считаю, могут умение той же самой лодкой управления. Но на этом соревнования не закончились. 26 сентября пройдет второй день состязаний на стадионе имени Атаяна, где спасатели продемонстрируют свою физподготовку. Антон Киселев, Дурен Дюсембиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.